бобры и свалили. Это, наверное, в прошлом году или, может быть, ну, скорее всего, в прошлом. Ну, толщиной, наверное, так диаметров сантиметров 40. Может, больше даже. Бобров очень много. Видели сейчас двух штук. Ну, не успел камеру достать. Далековато. Вот дерево пытаются подточить. Ну, тут, наверное, у них выход сюда наверх. А вот еще. Вот грызут дерево. Это большое вообще дерево. Ну, чтобы было понятно, стружка. Вот он стачивает зубом вот такую стружку. Сейчас обойду, покажу его. С другой стороны, по-моему, там есть погрызы. Вот дерево, правда, было обгоревшее. Но вот, вот он, видать, залазит с этой стороны бобер. И выгрызает. Вот. Потихонечку, потихонечку, стамесочкой как будто подрезает. Вот в этом году очень много бобров. В прошлый раз ходили, видели где-то 4, по-моему, бобра. И сегодня 2. Здесь у нас все-таки заповедник, национальный парк Угра. И они так расплодились бесконтрольно. Вот валят деревья. Вот такой закат у нас. Мы стараемся с Натальей Андреевной вечерние прогулочки делать. Любуемся на бобров, уток. Очень много птиц различных. Гуси летят, бывает, перелет. Сейчас идет апрель месяц.